Diligence and focus are what make great players and great teams. And so, I ask this of you today. Come on, this guy.
Thank you.
Good work today. Great players, great. Чемпионат футбольной лиги у вас дома. Матч второго по силе дивизиона Англии будут смотреть с вами Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Пусть дивизион и второй по значимости, но страсти тут кипят похлеще, чем в иных высших дивизионах. Уверен, будет интересно. И вот состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Получает мяч на ходу. Подача на Дэнни Уильямса.
Забирает мяч. Алло, вратарь! Алекс Кантер. Это может быть опасно. Удар! Кантер забивает гол. Конечно, с такой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря. Атака просто великолепно сыграла в этом моменте. 11-я минута. Оказалось, результативный счет открыт. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасная атака. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Атака продолжится через фланг. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Алекс Хантер. Дэнни. Хантер. Пока неплохо. Слушайте, ну это просто Барселона. Какой удар! Это угловой. Спасает он свою команду. Алекс Кантер. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Дэниел Уильямс. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Алекс Кантер. Шейк Тьоте. Надежно играет защитник. Атака прервана. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Прострел на Дэнни Уильямса. Это угловой удар. Вратарь ведет мяч в игру, покажет нам свой могучий удар. Шейк Тьоте. Это может быть опасно. Дэнни. Я добавляю 3 минуты. Алекс Кантер. Бить надо! Ну и... Команда проигрывает, тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. Идет в атаку Хантер. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель.
Шейк Тьоте. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Сыграно-то точно, а вот стоило. Тут может что-то получиться. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Посмотрим за этой атакой. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Великолепный пас. Хантер. Он с мячом и продолжает так. Отличная возможность у Хантера. Удар по воротам. Мяч уходит на угловую. Решил пробить. Каким-то скомканным получился розыгрыш этого углового. Да и удар вышел, ну, совершенно неподготовленный. Несмотря на все усилия, команде все никак не удается забить. 20 минут осталось играть. Отличный рывок Алекса Хантера. Хороший момент. И на месте голкипер. Вы посмотрите, сохранил-таки мяч под прессингом. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Он накручивает соперников одного за другим. Хантер. Куда? Куда он бил? Самое главное, зачем? Что это вообще было? Ответь мне, Константин, хотя бы на один вопрос. Боюсь, ответ не сможет дать даже он сам. Наверное, это все нервы, Георгий. Другого ответа я не вижу. Терпеливо ждут они своего шанса. А вот это может быть опасно. Защита справляется. Игра на три исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Пока неплохо. Можно продолжать игру, чисто сыграно. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Пас в разрез очень точно. Где же удар? И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Если они сейчас с этого углового забьют два мяча сопернику, за оставшиеся минуты будет очень трудно отыграть. Защитник подальше. И как пробил. Перекладина. Но мяч. И удар должен последовать. И он забивает. Это уже серьезное преимущество. Еще один гол забивает команда. Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Однако порадовать своих болельщиков. Команда старается. И спасибо ей за это. Да, команда уже решила. Итак, 2-0. Все. Финальный свисток.